Если я сейчас вам скажу, что все это происходит в Стокгольме, вы имеете полное право мне не поверить. Так вот, мы в Стокгольме. Неправда. Мы в Москве. Однако я долго ждал, когда утренняя почта нанесет ответный визит лестнице Якоба. Не дождавшись, я приехал сам. И опять без лестницы? Эта лестница, на которой мы стоим, наша? Ваша. Моя осталась дома. Но приедете в Стокгольм, и лестница Якоба к вашим услугам. И все-таки, почему вы не приехали? Надеюсь, уважаемые телезрители, вы догадались, что этот вопрос задает мне постоянный ведущий шведской развлекательной программы Якоб Даллин. И отвечает постоянный ведущий советской телевизионной развлекательной программы «Утренняя почта» Юрий Николаев. Отвечаю, почему мы не приехали? Яш, скажи, ты после передачи «Лестницы Якоба» в гостях «Утренней почты» давал интервью корреспонденту BBC? Давал. Давал. Говорил, что мы работаем медленно, затрачиваем неоправданно большие средства. Говорил. Говорил. Вот мы и не приехали. А вы обиделись на критику? Ты знаешь, сначала обиделись, а потом решили попробовать быстро и недорого. И как? Сейчас посмотрим. Дорогие друзья, я надеюсь, вы понимаете, что утренняя почта еще не началась. Считайте, это было вступительное слово. Якоб, кладем конверт на место. Как это странно происходит, как море парусник уходит, так постепенно и проходят наши мечты. Все дальше парусник, все дальше, все больше между нами фальши. Так неужели, милый мальчик, и смешно, впрочем, все равно. Да, я не буду вспоминать, как могла все время ждать звонка и верить, что меня ты любишь. Ну, хватит, не буду вспоминать, не буду вспоминать, не буду вспоминать. Но почему опять? Алло, 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 алло. Почему опять не знаю, опять твой номер набираю, и сонный голос отвечает: а это ты, привет. Ну что же с нами будет дальше? Мы привыкаем к этой фальши. Так неужели, милый мальчик, это ответ? Как я верила глазам твоим, смешно, глупо и смешно, впрочем, все равно. Да, я не буду вспоминать, как могла все время ждать звонка и верить, что меня ты любишь. Ну, хватит, не буду вспоминать, не буду вспоминать, не буду вспоминать. Ну, почему сценарий есть? Нет, это стоит слишком дорого и долго учиться. Хорошо, давай без сценария. Давай, только быстро. Дорогие друзья, утренняя почта поздравляет вас с Новым годом. Дорогие друзья, лестница Якоба тоже поздравляет вас с Новым годом. Вместо Деда Мороза из леса у нас Якоб Даллин из Стокгольма. А вместо Санта-Клауса Швеции у вас дома Юрий Николаев из Москвы. Дед Мороз должен дарить подарки. Санта-Клаус тоже должен дарить подарки. Яша, не тяни время. Пожалуйста, я привез видеозапись. Кому подарить? Никому. Мы уже ее переписали, вот с этим у нас очень быстро, даже слишком. Something
наша студия. Я думаю, она не намного отличается от вашей в Стокгольме. Да будет свет. Теперь ваша очередь, товарищ Санта-Клаус. Нет, ничего проще. Главное не терять времени даром. Дорогие друзья, примите наш музыкальный новогодний подарок. Номер готов? Понятно. Яша, кстати, а как там погода в Швеции? С тех пор, когда я побывал в вашей стране, я тоже стал интересоваться погодой. Сегодня у нас, товарищи, низкая облачность, высокое давление, ветер юго-западный, порой до сильного, температура. Да, погода сейчас везде, но не будем терять времени, оно действительно слишком дорого. Я, как Санта-Клаус, вручаю свой новогодний подарок. Итак, да, кстати, Яша, а вот температура, как там температура в этой Швеции? Температура, да, в разных областях совершенно готова? Разная. Почему не готова? На севере высокие широты, низкая, а на юге, впрочем, товарищ Санта-Клаус, не теряйте времени, у вас все готово. А на юге Швеции в низких широтах погода хорошая, температура высокая, правильно? Музыку, пожалуйста. Обрати внимание, Яш, мы только заняли наши места, а передача уже на середине. А что ты этим хочешь сказать? Что нам пора уходить? Я хочу сказать, что новогодняя утренняя почта уже есть, а новогодней почты еще нет. Очень жаль. Ты наивный человек. Объявляй побыстрее следующий номер, пока не пришли письма. Ты так боишься писем? Конечно. Ты пойми, если человеку понравилась передача, он идет с хорошим настроением гулять. Если не понравилось, он садится писать письмо. А может быть, мне вообще не предлагать следующий клип? Нет, мы сделаем так. Тот, кто приготовил ручку,
пропадет сейчас с хорошим настроением и погуляет. А остальные быстренько посмотрят следующий номер. Согласен, тем более, когда придут письма, я буду уже в Стокгольме. Юра, вот письмо из Швеции. Доигрались. Ну, читай, что там. Ну, пишут, что ни одного слова понять нельзя, и на меня плохо поставлен свет. Что делать? Как что, немедленно реагируем? Так, пожалуйста, поправьте кадр так, чтобы я ж вообще не было видно. Очень хорошо. Я же, скажи по-шведски, продолжаем нашу программу. Ну, fortsätter vi. О, теперь порядок. Теперь все понятно. Старых, что люди покупают порою для красы. Давным-давно пылятся, покрыты тусклым глянцем, старинные, как время, песочные часы. И в той стеклянной колбе стремительно и долго струится светло-желтый, как золото, песок. Здесь каждый замечает, как быстро время тает. Здесь каждый понимает, что время не берет. Шуши-шуши песок, частица за частицей. Шуши-шуши песок, и падает на дно. Шуши-шуши песок, и нужно торопиться, чтоб не было потом.
мы живем беспечно, жить собираясь вечно, и на других порою взираем свысока, и забываем часто, в чем истинное счастье, наивно полагая, что в замках из песка. Но не летят за днями, и что случилось с нами? Мы слышим тихий шорох крупинок золотых. Теперь мы стали строже и ценим их дороже, но никогда не сможем вернуть ушедший миг. Шуршит, шуршит песок, частица за частицей. Шуршит, шуршит песок и падает на дно. Шуршит, шуршит песок, и нужно торопиться, чтоб не было потом ни больно, ни смешно. Varkom är brevet ifrån? I Samarkanda. Hon pyschet att det var någon som sa någonting utanför bild och som de inte förstod ett jota. Och så skriver de att deras Nikolajev satt i mörkret och att någon svensk var belyst som en julskyltad aveny. Vi fattar saken i egna händer. Jag ska переводи. Дорогой самаркандский товарищ, большое спасибо за внимание к нашей передаче. Kära kamrat i Samarkand, tack så mycket för att ni har uppmärksammat vår sändning. Однако, относительно фразы, что шведа высветили как центральную улицу на празднике, вынуждены с вами не согласиться. Däremot vad det gäller frasen att svensken var belyst som en julskyttad aveny kan vi inte hålla med er. Мы тратим значительно меньше электроэнергии. Продолжаем нашу передачу. Я ж переводи. Ты думаешь, что он понимает по-шведски там в Самарканде? А этот, который написал первое письмо? Он и станет же он писать второй раз. Логично. Продолжаем нашу передачу. Вообще-то раньше песен я в жизни не писал. Пока себе компьютер японский не достал. Эстрада надоела, все это ерунда. Компьютерная музыка, и я вот это да. Пришлось продать машину, но это не беда. Быть может, ты мне скажешь сегодня слово «да». Oh!
Как тебе нравится динамика? Приходить на середине и уходить заблаговременно. Я думаю, намного дешевле по затратам и ускоряет процесс. И все-таки интересно, что там в тех новых письмах? Думаю, если бы мы вообще не пришли, не было бы ни затрат, ни писем. Яша, а как у вас вот с письмами в Швеции? Намного проще. У нас же только 8 миллионов человек, а у вас сколько? Ты знаешь, в год дракона я хотел бы вести утреннюю почту только в Швеции. А, Люфу, Чатеви. Что ты говоришь? Я сказал, продолжаем нашу передачу. Дорогие друзья, дорогой товарищ Санта-Клаус, наша передача заканчивается. Я очень рад, что мы провели это полчаса вместе. Но уже знаю, что в новом году утренняя почта приедет в гости к лестнице Якоба. Добро пожаловать в Стокгольм. До свидания. Спасибо, спасибо, уважаемый Дедушка Мороз. До свидания, дорогие друзья. Всего самого доброго, самого хорошего. Лежать весь год в шкафу до срока.
году уходящему рукою помашу и шагну на новую дорогу. Году уходящему рукою помашу и шагну на новую дорогу. Ну а возьму я с собой в дорогу незатейливый багаж, года старого уроки упакую в саквояж. Неудачи и удачи, радость, грусть, печаль и смех, а в потайном кармашке спрячу я надежду на успех. Если старый год скуп был в исполнении желаний, новая дорога ждет вас у порога и не обманет ваших ожиданий. Новая дорога ждет вас у порога и не обманет ваших ожиданий. И вы возьмите с собой в дорогу незатейливый багаж, года старого уроки упакуйте в саквояж. Неудачи и удачи, радость, грусть, печаль и смех, а по тайном кармашке спрячьте вы надежду на успех. Вы возьмите с собой в дорогу незатейливый багаж, года старого уроки упакуйте в саквояж. Неудачи и удачи, радость, грусть, печаль и смех, а по тайном кармашке спрячьте вы надежду на успех.